Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в игру NEC. Продолжаем. Они забаррикадировали вход на совесть. Придется искать другой путь. Продолжаем приключение. Разделиться. Скажем, на север, восток и запад через лес. Мы идем через лес. За мной, NEC. Так, ну нам надо идти через лес. Будь начеку, NEC. В этих лесах полным-полно опасных. Приключения тварей. Начинаются. Я маленький ведро с болтом. Не с болтами, а с болтом. Так, на! На! Так, чё он лежит? Ай-яй-яй, больно. Пол жизни у меня отхапал. Своими клешнями. Это что, это краб какой-то? Или рак, только какой-то недокраб. С одной клешней. Так, дальше. Ну, мне надо реликтов срочно. Срочно реликтов. Ай. Дай реликт. Может, здесь где-то можно пособирать, нет? Нельзя. Так, янтарь тоже пригодится. Ой, чуть не удар... А он что, взрывается, что ли? Куда он исчез? Он, получается, разрывается, если никуда не попадает, да? Ай, ничего себе. Ладно, я буду от них отпрыгивать. Смотри-ка, какое-то древнее строение, а в нем реликты. Ну-ка, давай разберемся, что там за строение. А, надо разваливать здесь просто. Вот они, реликты. Где-то еще надо найти такую штуку. Оп! Делов-то, с ними нормально можно бороться. Раз, просто отпрыгнул и все. Вон птица какая-то летает. Эй! Попугай! Ты че, блин? Стой! А че? И он улетел куда-то. Я его не добил. Ладно, идем дальше. Да хорош, а? Пол жизни забрал опять. Янтарь. Так, реликт надо, где-то реликт. Так, это что эти такое? Ловушки означают, что где-то поблизости затаились гоблины. Будь ловушка осторожен. Какая-то. А, подожди. Ничего себе стреляет. Надо, значит, прыгнуть, подожди. Вот, уворачиваться от стрел надо. Птица. Меня сейчас прибьют, совсем жизни мало. Где реликтов-то достать? Как-то здесь туго с жизнями, реально, в этом лесу. Еще и гоблины нападают. Осторожно. На. Давай с прыжка. У тебя есть реликты? Отдай реликты. Ловушки. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. А что, их все надо разрядить? Подожди. Вижу еще одну. А вот что-то прячется. Прячется янтарь в стене. Нормально, пригодится. Здорово, гоблины. Тихо-тихо-тихо, сейчас рванет. Ай, он меня зацепил. На последнем издыхании я был. Все. Идем еще раз. Ну теперь хотя бы полная жизнь у меня. Бамс! Ну это уже... А, попали? Подожди, я такой бесстрашный думаю. О, мне стрелы не страшны. Нет, надо аккуратно здесь все равно. Сейчас я янтарь забыл взять там. Ай! Опять пол хпшки нету. А можно будет использовать теперь суперудар. Ладно, бежим дальше. Опа, 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 вот это хорошо. Смотри, я чуть-чуть подрос. На. Пусть, ладно, использовал, чтобы уже здесь пройти аккуратно. Янтарь.
Здорово, гоблины! Скучали без меня тут, да? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не бить. Не бить меня. Ай, попал. Костерчик развели здесь. Но уже как бы все, он потух. На! А этот стреляет, посмотри на него, а. А если так? И вот так. Все хорошо, идем дальше. А что за следы? Что это за круги тут на земле? О, это типа болото какого-то. Да, смотри, я туда погрязаю, так сказать, вниз. Не-не-не, не стреляй. Я ж тебе говорю, подойти ближе просто мне надо к тебе. С одного удара сразу. Эй, птичка, улетай лучше. Гоблины. Да хорош, не стреляй, подожди, подожди, дай развернуться, есть. Вот, ребята, янтарь спрятан опять. Жизни-то маловато, надо еще как-то найти. Сейчас еще и птичка тут. И этот бежит. Ну ладно, я ушел от него. Оп. Готов. Птичка. Бамс. Но она почему-то всегда улетает. Я не успеваю ее прибить до конца. Так, здесь ничего нигде не спрятано. Давай наверх. Вот так, так, так. Подожди здесь. Аккуратно надо с этими... Раз. И второго. Все. Главное с ними быстро расправляться, чтобы они ничего не успевали. Ни стрел кидать, ни бить меня. Стоп, стоп, стоп. Давай-ка я к тебе залезу. И мы с тобой поговорим по-другому уже. Янтарь, янтарь надо забирать. Вот еще янтарь здесь. А, здесь не янтарь. Отлично. Здесь реликты. Я сейчас... А что-то мало их. Мало. Я даже подрасти не смог. Да хорош, а! Напали на меня толпой. Не попадешь ты в меня, понял? Открывай дверь. Так, наверху там камни какие-то. Вот, они решили на меня их скатить и раздавить. Не, не получится, ребята. Я хоть и ведро с болтами, но все равно я с вами расправлюсь. Понятно? Тихо, 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 тихо. Все, развалили меня. Ладно, еще раз. Поднимаемся. С тобой? Да, все-таки попал. Отлетел. Ну-ка, стрельни, я к тебе запрыгну, давай. Все. Хорошо, янтарь. Реликты, все это надо. Так, чуть-чуть подрос. Прям чуть-чуть подрос. Лучник этот меня бесить начинает потихоньку. Раз. Да хорош, а. Почему он попадает по мне всегда? На. Открывай ворота. А здесь я предлагаю, сейчас вот они скатят камни. И, наверное, я в них стрельну. На. Вот и все, идем дальше. Здесь уже кто-то реликты разворотил. Их мне только собрать осталось. Все, идем дальше. Пещера, ребята, идем, заходим. Доктор, я нашел еще один вход. Хорошо, Найк. Погоди, я скоро. Доктор, ты где ходил все это время? Старая шахта. Ну, в старой шахте мы побродим, ребята, в следующий раз. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк видео, подпишитесь на канал. Поставьте колокольчик и всем удачи, всем пока!